Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в приманочку на Сиродин Ролеплей, Центральный Округ. Мы здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте о моей регистрации. Итак, чуваки, сегодня у нас будет, ну так сказать, необычная серичка, в принципе, охота на Слендера. Да, до того самого босса, которого все не могут убить, в принципе. Его нужно вообще убивать толпой, как писалось, в принципе, в тексте про обновление, что его нужно убивать только толпой. Как бы, ну, мы сегодня пробуем бить его сами, конечно же, но у нас это не получится по-любому. Когда мы к нему приближаемся, у нас не работает чат, у нас не работает телефон и у нас не работает техника. То есть мотоциклы, машина, вертолет глушатся. Мы не сможем их завести. Сегодня мы посмотрим хотя бы на него, как он выглядит. В принципе, да. Так, извиняюсь, чувак на майбахе. Я решил взять нашу Юпитер, в принципе. Наш Юпитер, и на нем поехать охотиться на Слендера. Я думаю, это самый лучший вариант, конечно, да. На мотоцикле охотиться на Слендера. Я думаю, это будет круто. Ну что ж, погнали, оружие у меня есть. Я бинт тоже сделал, чтобы меня за НРП перелистовка оружия не посадили и так далее. В том прикол, что мы не будем знать, блин. Он просто может появиться ниоткуда, реально. Просто он убивает. Он просто тпхает, убивает вас, и все. Как бы, блин, это вам не медведь. Это вам не... Не знаю, не курочка. Курочка вообще безобидная, в принципе. А вот Слендер — это пиздец. Увидел его, все, тебе пизда. Вот так вот можно сказать, в принципе. Так, и на мультике можно, блин, ездить по полю или нет? Я вот не в курсе, блин. Так, ну, я уже что-то вижу на карте. Это, по-моему, медведь, да? Да, это мишка у нас появился, которого мы сейчас попробуем замочить. Так, блин, я забыл тренировочку сделать. Он умер? А, он пропал просто, ну окей. Так, я думаю, не буду лучше мотик закрывать. Бля, этот Слендер просто, блядь, реально. Я его не видел еще, честно, я его не видел лично. Я видел на видео, но лично я его не видел, этого Слендера, блядь. По-моему, вон где-то там, да? Это Слендер? Бля, я его не вижу. Бля, что-то у меня очково, нахуй. Так, а что это такое? Что там бегает? Или кто это бегает? Так, давайте, ладно, будем передвигаться. Тут уже люди ездят. В принципе, да. Бегают, смотрят. Ну, Слендера, конечно, ловить это будет сильно. Так. Чуваки стоят здесь. Так. Ну, Слендера, конечно, ловить это такое себе. Затея не из лучших, конечно, но я хочу его словить. Хотя бы увидеть его. Я квесты не могу, пацаны, пройти, потому что у меня даже начальные квесты не пройдены, самые первые. Поэтому, да, я вот такой ленивый, блядь, квесты не прохожу. Где Слендер, мне интересно? Я хочу реально увидеть Слендера. Или он обратно баганулся, невидимка, типа, или что? Просто я видел там на видосе у Акина, что, типа, он невидимка. Это Слендер? Если это действительно так, это хреново. Блядь, вон Слендер. Слендер, блядь. Глушится, сука. Ёб твой налево, Слендер. Бля, я ебал в рот, нахуй. Ну его в пизду. Это пизда. Братан, давай, гасим его. Давай. Я в тебя верю. Пиздец, Слендер. Надо его убить. Он начинает тпхаться, или что он делает? Где он? Блять, вон за чуваком ты пэхается. Блять. Только не меня. Нет. Я не хочу. Блять, чувак, отойди.
Бля, он что-то на меня смотрит, ёбаный в рот. Так. Он начинает тпхаться, блядь. Блядь, нам пизда. Чувак, беги, нам пизда. Блядь, Слендер, сука. Какого хуя? Так, надо от него подальше держаться. Я у него попасть еще не могу. Бля, я лучше подальше буду отходить, потому что это пиздец. Надо бинт еще включить, ёпту налево. Так, С. Так, допустим, что стало оружие, там, ла-ла-ла. Они, блядь, там и медведь, и эта хуйня, все, им пизда. Им пизда, все, Сандры сейчас убьет. Блядь, все толпой побежали туда, да, побежали на него. Все толпой, смотри, сколько там людей на него налетает просто. Он сейчас всех убьет. Всем пизда просто. Серьезно, я вам отвечаю. Сколько людей здесь просто? Где мой мотик? А, вон, да. Так, вон Слендер, Слендер, смотрите. Он всех убивает. Он всех убивает, смотрите. Видите, он всех убивает. На курицу убить хотя бы. Да ё-моё, сдохни, курица. Так, Слендер пропал, да? Нет, блядь, он где-то... Вон он, сука! Блядь! Вон он бежит, идет, точнее. Блядь, сдохни. Конечно, мои пукалки, я его не убью ни хрена, да? Не, я валю отсюда нахрен. Бля, я ебал. Давай, блин. Идет твой налево, нам пизда. Нам пизда, начинает тпхаться, да? Нам пизда. Я ебал нахуй. Блять, валим. Он начинает тпхаться, блять. По-любому сейчас тпхнется, я его боюсь. Блять, там мой мотик стоит. Где он идет? Вон он там далеко, да? Блять, ёбните уже кто-то его, блять. Бля, начинает, он будет сейчас тпхаться, ёбаный в рот. Пиздец, это охотка, блядь, я понимаю, блядь. Он вообще так спокойно идет, блядь, как ничего не бывало, блядь. Так, он к кому-то идет, да? А он к медведю идет? Или куда? Стоп. Блядь, вон он, машину тпхнулся, ёбаный в рот. Вы это видели просто? Он к машине тпхнулся. Бля, я ебал, надо валить. Он сейчас просто тпхнется, отвечаю. Надо валить. Его надо валить и... Все, он пизда. Он забагался? А, он под землей. Он под землей, смотрите, вон. Вон он. Блять. Пацаны, я, конечно, с вами, но, блин, это пиздец. Вы я к такому, блядь, не учили еще? Вон он под землей. Вон, видите, вот там он шевелится. Вон, вон он идет. Так, надо через лес с него хуярить. Это, конечно, сильно. Где он, Сендер? Вон он идет. Бля, его, мне кажется, нереально убить просто. Всей толпой. Я просто хочу даже, чтобы он умер. Мне похуй на эти рулетки там. За него 3 золотые рулетки подают, пацаны, если что. Так, на всякий случай вам скажу. Но это нелегко просто. Это реально нелегко. Это надо именно командой. Человек 20, блядь, его хуярить просто с автомата. Так, а где он идет? Я его не вижу. Бля, он уже близко, я ебал. До свидания. До свидания. Вон он, вон он. Вон он идет. Он пропал. Куда он тпхнулся? Куда он тпхнулся? А, вон он, да, где-то там? А где он идет? Так, ну ладно, похуй на РВС машину уже.
А где он идет, Слендер этот? Я его не вижу. Ты видишь Слендера? Я не вижу. Где он? А, вон медведь там с той стороны. Или курица, что там бегает? Курица или медведь? Курица или медведь? Медведь, блядь. Стоять, сука. Он чувака сейчас захуярит. Ему пизда. Где, где медведь? Медведь. Медведь. Медведушка. Что, он полетел? А не, вон валяется. А не, вон стоит, блядь. Мне пизда. Мне пизда, Слендер еще. Блядь. Ёб твою, меня медведь и Слендер убил. Ёб твою маковку, бля. Вот это было жестко, блядь. Вот это было жестко, блядь. Реально, это было жестко. Я, блядь, не ожидал. Возьмите N. Пиздец, меня медведь и Слендер убил. Я в шоке. Ну что ж, думаю, на сегодня, пацаны, хватит. Кому понравилось, обязательно ставьте лайки. Если хотите еще таких серий, как я буду охотиться на Слендера, то обязательно ставьте лайки и пишите в комментариях. Всем пока-пока. From the outside, I was from the